Всем здорово, дорогие друзья, с вами Даваска, всем привет. Это я не знаю уже какая часть, где я оцениваю ваши сеты, но актив под такими видосами вы показываете просто великолепный, огромное вам за это спасибо. Сегодня мы будем также оценивать сетики, но я знаю, что среди вас есть люди, которые играют турниры, а также которые хотят поучаствовать в турнирах. Специально вам рекомендую начинающую группу с турнирами. И прямо сейчас у них проходит запись на два бесплатных отряда турика, где победители получают, каждый из отряда получает по 300 алмазов. То есть, грубо говоря, вы играете на 1200 алмазов. Турниры абсолютно бесплатные. Также они будут проводить в будущем и платные, и бесплатные турниры, а также будет много контента по Free Fire, поэтому подписывайся и участвуй в их турнирах. Ссылка на группу в описании. А вам всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита. Поехали! Сегодня, в принципе, как всегда, 20 участников. Этот участник, подписчик, написал, что сет собран по всем и сказал, что я с него кайфану. Это так, сет великолепный, мне он очень нравится. И знаете, приятно. Приятно, когда люди по моим советам собирают сеты. И приятно, что именно такие люди попадают в рубрику. Вот. Точно такой же видос, точно такой же сет я в видосе не показывал, но он следовал правилами и собрал сет. Великолепно, 10 из 10. Следующий подписчик, штаны исландцы. У нас договор, такие сеты мы не оцениваем. Следующий подписчик имеет неплохой сетик. В принципе, неплохо, но вот маска мне не нравится. Ну, она, в принципе, неплохо сочетается и пойдет, но кепка. Сюда, если бы он одел бирюзовые кроссы, или даже зеленые, нет, именно бирюзовые, вопросов бы не было. Но эта кепка сюда вообще лишняя. Или блондинистая прическа, или белая, или черная, но не это. Сет 8 из 10, ну, в принципе, он неплохой. Подписчик имеет у нас вот такой вот сет. Он когда-то и донатил, и когда-то не донатил. Сетик-то, в принципе, нормальный, но оцените сочетание штаны и кроссы. Кому-то это нравится, а лично мне это вообще не нравится. И вот только из-за этих желтых носков я не люблю эти штаны. Штаны-то знатные, но если их одевать, то нужно какие-то высокие сапоги или что-то еще. Но, блин, мне это не нравится. Сетик-то, в принципе, интересный. Давайте поставим ему 7 из 10. Угу. Женский сетик. Вот эта тряпка на голове, это, по-моему, с пропуска. В принципе, собрано неплохо. Только я, опять же, не шарю в женских сетах. По-моему, штаны и торс — это один и тот же набор, но я могу ошибаться. Вот тут кроссы белые. Я не понимаю, к чему тут белые кроссы. Но, возможно, то, что у него грим и белая маска. Но не точно. Сетик-то, в принципе, интересный. 9 из 10 он заслуживает. О, прикольный белый сетик. Но мне максимально не нравятся эти штаны. Я, конечно, понимаю, что нормальных белых штанов в игре нету. Но эти, это максимально стрёмные, они широкие. Ну, это модник, потому что сейчас это модно в жизни, но мне это максимально не нравится. Кстати, напишите в комментариях, какие штаны вы носите в жизни. Или предпочитаете узкие, ну, зауженные, или вот такие широкие. Лично я топлю за джоггеры и за зауженные штаны. Этот сет я оценю в 6 из 10. Балдежный ник, интересное очко смайла. Игрок новый, но сет. Вот балдежный сет. 10 из 10, ну в натуре оцените его сет. У него даже М-ка под цвет костюма.
подобрано. Великолепный сет, еще раз скажу, 10 из 10. Еще лучше айдишник, я не буду его произносить, но вот по факту сет интересный, но тупо черные штаны. Вот если вы хотите максимально красивый и дефолтный сет, с которыми играет просто каждый, у которого есть этот торс, сюда одеть пуховые штаны и все, и нормально. Но сет 9 из 10, потому что, по моему мнению, штаны сюда максимально не подходят. По-моему, вот этот чувак уже был у нас в рубрике, но с другим сетом, потому что этот сет я бы оценил в 10 из 10 и заскринил его. Конечно, сюда, если одеть джазовые штаны, было бы лучше, но пуховые штаны смотрится максимально круто. Кстати, я хочу сказать, что ID выбираю не я, рандомайзер. ID-шники я выбираю, ну где-то 5 из 15, когда читаю комментарии и вижу, что человек написал креативный. Типа там, я отвечаю, ты никогда такого в не видел. И такие я комментарии я помечаю, поэтому если вы хотите попасть не от рандома, а от меня, то напишите что-нибудь креативное, и тогда шансы увеличиваются. Челик с веселого гроба. Сет интересный. Блин, мне он нравится. Я могу сказать, что я оценю этот сет в 10 из 10, ну потому что на фоне других он интересный и балдежный. И в чем-то, если бы я четко отрастил волосы и тоже уложил челку, то он, этот сет был бы даже в чем-то похож на меня. А так, сетик интересный. Подписчик, вот такой вот у него сетик. Братан, по секрету скажу, просто по секрету. В этот сет обязаны одевать белые якеды, потому что обувь Астра сюда не смотрится. Я отвечаю, я сам играю в таком сете, но только у меня штаны ангела. Сюда нужно просто, обязан ты одеть сюда белые якеды, ну камон. 9,5 из 10, но в натуре сюда нужны белые якеды, и будет просто великолепно. О-хо-ху. Кстати, мы, по-моему, за всю нашу историю оценки сетов ни разу не видели сетов со шляпой. Фастерплееры, камон, салам алейкум, ёпта. Не, ну шляпа это сразу же минус все, поэтому 4 из 10. Вот этого человека рандом выбирал 7 раз. То есть он настолько сильно проспамил, что рандом его очень сильно полюбил. Сетик интересный, мне нравится. И я могу сказать, что 8 из 10, ну потому что кроссы сюда вообще максимально не подходят. Или я зажрался, или что, ну ладно, уговорили. 9 из 10, но сетик в принципе чутка нужно доработать. Ну не тянет он на десятку, и нужно изменить или штаны, или кроссы. Скорее всего, даже нужно изменить кроссы или одеть просто сюда джазовые штаны, и будет лучше. 9 из 10. Все оценим. Угу. А вот такой у нас сетик, в принципе, неплохой. До сих пор люди играют в бандане и в штанах от набора, который раздали за промокод. Я этот сет оценил в 6 из 10, потому что рубашка красная, штаны черные с синим, кроссы вообще черно-бело-бирюзовые. Ну, 6 из 10. Опачки, практически. О, он просто взял, объединил два сета, которые даются за промокод. Как по мне, это стрёмненько. Плюс мне не нравится эта шляпа в виде кепки. Но она какая-то и такая. И говнодавый еще нацепил. Гениально. 4 из 10.
Я не знаю, зачем писать айдишники, когда ты одеваешь наборы. То есть даже не просто набор, например, с инкубатора, с пропуска целиковый, а костюм жнеца. Зачем и нахрена? Я не понимаю. Так, сетик вот такой. Тут и Хаята, и все. Ну, кстати, куртка Хаята прикольно смотрится с... Вот тут я не знаю. Блин. Сет-то, в принципе, интересный. Но чего-то тут или не хватает, или тут слишком переизбыток красного. Блин. Ну, в принципе, за идею 8 из 10. В принципе, неплохо. А, кроссы, кроссы, во. Вот к этим штанам идеально подходят джазовые кроссы и еще какие-то белые. Блин, ну вот эти оранжевые, ну максимально стрёмно. Ну 8 из 10, потому что целиковый сет в принципе неплохой. Уф, олдовский пропуск. Не, ну, в принципе, интересно, но это не самый топовый сет, особенно если исходить из из сетов, которые я оценил в 10 из 10, но это твердая девятка. Это твердая девятка, и сетик-то, в принципе, неплохой. Предпоследний на сегодня сетик, женский, и вот сюда бы просто черную юбку, и великолепно, даже юбку модера. Даже просто было много черных штанов, ой, юбочек, просто черный низ и великолепно. А так 9 из 10, но я вижу, что он не донатер, но даже если одеть сюда юбку модератора, было бы великолепно. Но 9 из 10, потому что просто синяя юбка. И последний на сегодня подписчик, кстати, сетики сегодня в целом были неплохие, опять же, косяк с юбкой. Сюда нужны опять же либо белые что-нибудь, прямо фулл белое, или бы прическу одел с пропуска, которая была такая белая с красным, как у Роука, и было бы нормально. То есть сюда или черный низ, или белая с красным прическа. А так в принципе неплохо, 9 из 10. Ну что ж. Сетики мы оценили, сегодня были в целом неплохие сеты, вы меня удивили, спасибо. А теперь выбираем лучший сет за сегодняшний выпуск. Сегодня на недельный ваучер у нас претендует 4 сета. Вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Ну, что я вам могу сказать, этот неплохой, этот тоже неплохой. Но вот эти два затемняют просто всех и вся. Это великолепные сеты. В общий финал проходят вот эти два сета. И реально, я не могу определиться. Поэтому давайте и ему мы задоним недельный ваучер. И не и ему, а мы задоним недельный ваучер. Ему за то, что он собрал сет просто по всем законам моды, а ему за креативность и просто за топовый сет. В принципе, все. Вот это была, по-моему, четвертая или пятая часть, где я оцениваю ваши сеты. Скоро будет огромнейший финал этой рубрики. В принципе, все. Всем спасибо, всем пока, и да пребудет с вами скилл.